В Южном округе в результате неосторожного маневра перевернулась и рухнула в кювет Toyota Spacio. В иномарке ехали супруги. После кульбитов машины на обочине они не пострадали. За рулем автомобиля был глава семьи. Пара ехала со стороны поселка Красная Речка. Шоферу показалось, что едущая впереди иномарка движется слишком медленно, около 40 км в час. Мужчина оценил дистанцию до встречных автомобилей и решился на обгон. Дальнейшие события записал видеорегистратор, установленный в Spacio. Просматривая запись, мужчина объяснял, что привело к крушению. Он просто едет и, получается, он прижимается еще к обочине. Я думаю, он меня видит, он меня пропускает. Все, и он как бы раз и вправо смещается к обочине. Я смотрю, у меня тут полоса эта чистая. Как бы без задней мысли начинаю, вон и все. А потом почему крутануло-то вас? Видать, я руля дернул. Тем не менее, в аварии мужчина видел только свою вину. Переворачиваясь, иномарка пролетела по обочине несколько метров и остановилась, ударившись о забор армейской базы хранения. Поврежден пролет металлической ограды. Случившееся военные заметили сразу, во время патрулирования периметра части. Решить вопрос о возмещении ущерба водителю «Тойоты» и руководству ведомственного учреждения удалось мирным путем. Автолюбитель пообещал оплатить ремонт в течение недели. Свои слова он подкрепил распиской. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.